Вечер второго дня фестиваля. На центральной сцене участники культурной программы борются с дождем за публику. Наиболее терпеливые мокнут под зонтиками, но концерт смотрят. Дополнительным стимулом является то, что финал шоу программы «Мисс Зося» пройдет именно здесь. Зрители, пришедшие на концерт, первыми услышат, кто взял приз зрительских симпатий, кто у нас вице-мисс, ну а кто мисс Зося. Дякуємо всім нашим дівчаткам, вишуканим, яскравим, гарним, емоційним. Ви були всі чудові і неповторні. Всі справили якнайкраще враження не тільки на журі, а і на глядачів міста Славутича. Підтримайте їх оплесками, бо вони вже дуже замерзли. І я думаю, зразу оголошуємо міс глядацьких симпатій. А є? Тут дівчатка показують номер 3. Тетяна Шокіна, ваші оплески! Конкурсу «Міс Золота осінь Славутича 2019» стає номер 3. Шокіна Тетяна! Ваші оплески! Подробнее о конкурсе смотрите в специальном репортаже «Мисс Золотая осень-2019», который выйдет в пятницу 4 октября в 19:30. А в финале концерта прозвучала очень бодренькая музыка в стиле рок-н-ролл в исполнении славутической рок-группы «Якогама». Живая музыка, три музыканта, все качественно, почти как Битлз. Thank you.
Bye.
Just get by. I don't care too much for money. I wanna get.